привет, мои хорошие! Вот и все, это финальное заключательное видео для вас. Хотела показать после стирки, даже после носки, узор стало лучше и не худше, конечно. Смотрите, как раскрылось. Я немного гладила через марли, без фанатизма. Вязаные изделия всегда, я говорю, хотя здесь 100% хлопок, ничего не случается, но все-таки. Размеры менялись как? Потому что здесь узор, вы сами понимаете, что узор после стирки и глажки, оно раскрывается за счет этого, не то, что пряжа или усадку дала или что. Я вам сказала, что тогда было 50 длина, 48 ширина, 25 рука. За счет того, что выпрямились все узор, все на место стало, все красиво стало, 54 длина, ширина 46, по пару сантиметров, скажем так, ширина пошла на длину, и 23 рукава, имейте в виду. Но на 3,5 полотно очень послушное, хорошее, смотрите. Не то, что прямо валенок, как я люблю сказать. А здесь 3 тоже. Здесь всегда люблю кокетку стабильно. Если нет, можно взять 3,5, чуть размер больше будет, чем моя. И все равно будет тоже нормально выглядеть. Ничего такого не будет. Вот, регланная линия, оказывается, некоторым непонятно было, хотя пересмотрела видео, опять мне понятно, естественно, еще бы мне непонятно было. Мои хорошие, хочу вам показать регланную линию. Как уже раньше я говорила, этот узор я когда придумала еще более 10 лет назад, много кардиганов я летные вязала. Даже не летный, а я полушерсть вязала, демисезонную, осенний. Всегда регланную линию добавила, так и все хорошо. Смотрите, пересмотрела видео, вроде бы мне понятно, еще бы мне не было бы понятно, сама придумала, сама понятно. Но я извиняюсь, если показала так, что вам непонятно. Сейчас смотрите. Одну воздушную петлю на подъем и будем вязать как по узору. Здесь у меня, имейте в виду, 9 клеток. Значит, 4 буду вязать и 5-ю будем делать регланную линию, чтобы было красиво. Образец тоже. Почему бы нет? Вот 4, 5-ю. 5-ю вяжем как? По узору вязали бы один раз. Так как мы хотим, чтобы регланная линия увеличилась, будем вязать 2 раза. И между ними 2 воздушные петли. Это в этом ряду, пока мы вяжем полные клетки. И сразу в это же отверстие еще один раз. И получилось у нас в одном регланной линии 2 раза вязали. За счет это будет увеличиться. Теперь снова вяжем по узору. Вот. Как вы помните, здесь 2 петли подъема, потому что будем вязать пустые клетки. Накид через одного, тоже по узору. Дошли сюда, сразу найдем вот этот 2 воздушные петли и попадаем туда. Но это первое не считается, мы еще не вязали, потому что мы вязали вот это по узору предыдущий ряд. В этом
регланные линии в этом ряду мы будем вязать как? Вот. Это только будет первая, тоже как узор. Еще одну и еще там же. Сейчас я объясню, почему так. И потом уже мы пошли по узору. Может, это вас с толку сбивало, что много раз, ну, получается, там всего лишь две клетки, немного. Последнюю петлю обязательно не потеряйте, именно вот тут делайте, чтобы красиво было. Смотрите, мои хорошие, в итоге вот регланная линия у нас, вот это две воздушные петли предыдущего ряда, правильно? В итоге в этом же петле получилось две клетки, соответственно, уже вот образуется регланная линия, правильно? Вот. Теперь одну воздушную, а в этом ряду уже мы будем вязать тоже по узору. Всегда так добавляю этот узор, и всегда получается нормально, готовым изделие видели. Вот, дошли до две клетки и вяжем здесь. Вот. И две воздушные для следующего ряда. И еще две. И по узору. В следующий раз тоже так же пойдете, чтобы две квадрат получилось в этом отверстии. Этом, чтобы вот так два получилось, поняли? Теперь смотрите, у меня было 9 клеток, теперь стало 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. В следующий раз еще будет добавиться, и таким образом уже видите, что регланная линия образуется. Все хорошо, все нормально, мои хорошие. Это лицевая сторона узора. Вот так я вязала. Надеюсь, этот раз будет все хорошо, потому что я не хочу, чтобы вы меня не поняли. Еще хочу по кругу показать узор. Мне попросили по кругу этот, не поняли как. Смотрите, это считайте, что первый ряд по узору. Вот, дошли. Второго ряда, да, первый раз заканчивается. Если вы не хотите, значит каждый ряд заканчивайте и начинайте заново. Я так не хочу, поэтому я сразу одну воздушную по узору следующего ряда накид и начинаю вязать вот по узору. Сейчас до конца вяжу и подключусь вам. Вот, по узору вяжем. Вот это уже последнее, скажем так, последний узор, и переходим на второй ряд. Тоже по узору вяжем. Вот. Еще одну сюда, чтобы заполнили пустую этот клетку. И снова вяжем по узору. Здесь просто получается как шахматные порядки, знаете, немного. Я сейчас по деле покажу, чтобы вы поняли. Вот она выглядит вот так вот, вот. Как бы кто не знает, не увидит, а кто знает, извиняйте. Вот. Вот шов, видите?
В моем случае, сколько бы я ни этот красиво не заканчивала, не начинала, все равно вот здесь была бы полоска. А сейчас так сбывается и ничего не видно. Просто немного, видите, как пустой полный ряд чуть-чуть вот здесь сбивается. Ничего страшного, я так считаю. Вы не так считаете, значит делайте по-другому. А сейчас смотрите разница узора стирки, до стирки, когда вяжете, не пугайтесь, и после стирки. Очень красиво ложится потом. Вот, мои хорошие, что еще вам рассказать? Я здесь ничего не расскажу. Буду вас поблагодарить, что столько просмотров, столько лайки, столько комментариев. Хотелось бы всегда со мной, чтобы остались. Много подписчики пришли. Добро пожаловать на мой канал. Я всем рада и старых подписчиков не по возрасту, и новых. И всегда жду вас. Если могу чем-то помочь, пишите обязательно. Я опять-таки говорю, я не учу. Я просто показываю, как делаю. Нравится — делайте, не нравится — значит, вы тоже можете свои советы меня давать. Я не против никогда. И убедилась, что здесь пуговки не делала, и все равно мне комфортно, нормально. Как бы носится очень хорошо. Насчет пряжи хочу сказать, пряжа я не рекламирую, потому что на вкус и цвет, товарищ, нет, кто как хочет, но эта пряжа мне нравится из-за того, что матовый, из-за того, что не мерсеризованный, везде мерсеризованный не хочется делать, кто знает, что мерсеризованный, мне кажется, иногда тяжеловато получается. Еще 100% хлопок. Я одела это, надела на себя, ехала фотографироваться на транспорт, приехала, 30, больше 30 градусов было, мне было комфортно за счет того, что хлопок, и за счет этих вентиляторов, скажем так. Так что пряжу выбирайте сами. Еще есть одна просьба. Сами вы сказали, что хотите вязать, я опять-таки никому не призываю вязать. Если вы вяжете, если можно, фотографии показывайте и скажите, из чего вязали, что убавили, что добавили. Будем вместе учиться. Я учусь и учусь дальше. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч!